на душе скребут когтями кошки. Я стою, гляжу, разинув рот, а килограммы жареной картошки улетают в мусоропровод. Гражданин упитанный, надменный, не познавший, видно, жизни суть, он продукт практически бесценный отправляет в столь нелестный путь. Да что ж ты делаешь, совесть не грамма, ты ее, наверное, растерял. И о продовольственной программе ничего не слышал, не читал. Да ну и что ж с того, что ты наелся? Ну пусть остынет, ведь можно ж разогреть. Не наелся, парень, ты заелся, и мне противно на тебя смотреть. Каждый день питаешься со вкусом, без мучений, без страдания. А мой друг Валера Костоусов помер от недоедания. А ему хватило бы немножко, чтобы до обеда дотянуть сковородку жареной картошки с мясом еще чего-нибудь. Ты же, гад, отъелся на домашнем и не знаешь, что значит беда. Ты тебя ж поди, борщом вчерашним не кормили дома никогда. Вот тебя бы, парень, к нам в столовку, сразу все бы переоценил. Если б месяц пожевал перловку и компоту нашего попил, ты пожил бы с нами хоть немножко, и тогда уже наверняка жареной выбросить картошку у тебя б не поднялась рука. Спасибо.